В столице состоялось заседание Комитета Сената по аграрным, водохозяйственным вопросам и экологии. В центре внимания были результаты изучения исполнения статей закона о воде и водопользовании в Ташкентской области. Ознакомилась с ними наша коллега. Очистка и, по возможности, повторное использование сточных вод – актуальная задача. И только комплексный подход к этому вопросу позволит достичь долгосрочных позитивных результатов. Участники заседания отметили, что особое значение здесь имеет неукоснительное соблюдение законодательных актов, регулирующих сферу, установление действенного парламентского контроля за этим процессом, равно как и своевременное устранение выявленных недостатков. Подчеркивалось, несмотря на то, что развитие, модернизация и реконструкция объектов водообеспечения и канализации закреплены в указе президента от 18 апреля 2017 года в качестве основной задачи Министерства жилищно-коммунального обслуживания, она выполняется не на должном уровне. В Ташкентской области в настоящее время есть 9 очистительных сооружений, но из них 8 почти не работают. Системы канализации обеспечены всего 16% населения и всего 4% организации. Из-за этого у населения возникают очень много жалоб. Речь шла об устаревшем водоочистительном оборудовании, о фактах, когда сточные воды, не проходя биологическую, химическую, механическую очистку и имея в своем составе ядовитые вещества, сбрасываются в водоемы области. Нередки случаи, когда фермерские и дехканские хозяйства используют их для орошения посевных площадей, а население для бытовых нужд. Например, в Постанлыкском районе, который является курортной зоной, существует 69 километров канализационных линий, и из них 54 километра уже вышли из строя. Из-за этого случаются аварийные ситуации, и сточные воды вливаются прямо в Чарвакское водохранилище и в реку Черчик. Обратить внимание на допущенные недостатки и принять строгие меры по повышению ответственности должностных лиц. Такие задачи поставлены перед профильными ведомствами. По итогам обсуждения принято соответствующее решение комитета.